Что делаешь? К стенке тыкни на карту, куда вы. Да, 300 бафов не вижу. Шман, смотри, когда тени, у тебя монитор так как бы сужается, и по бокам черный такой экран стоит. Это означает, что они надо вдоль стенки двигать. И рыбу не вижу. Рыбу. Билет. Рыбу. Войт, рыбу поставь, ну ёп. Так я так и говорю уже, блядь, полминуты. Чё, мне не слышно было, что ли? Да. Какой-нибудь фласка на НДД. Я даже сделаю следующий. Я возьму саппорт лучше. Алиса, да? Лев, вдоль стены беги. Не стой на месте. Я выбежал, только я встал добросовестно. Тебе не надо стоять, тебе надо бежать, пока с тебя добро не спадет. Понял. Сейчас трубой сподойду. Еще раз повтори, пожалуйста, турбой съедет. Куси магны. Скажешь, это 4 я дам. Фир через 10 секунд. Саджира, бежишь со мной, я тебя упустил.
Я передал. Я чулана опишу. Чулана. Начинаем представить. Дал шве. Что по Гере? Геру. Ну, просто пусть и стоял в луже своей, я возле него. Еще одно замечание. Отъехал. Когда на тебе красный луч, не спиной выходишь из мили, а разворачиваешься и бегишь. Что это за выход спиной, чтоб сбежаться на луч? Страдайте же! Вот как. Сейчас все кончится! Я от его лужи сдох. Он, блин, на месте стоял. Я даже... Давай масрез пока так, чтобы всех достало. Давай рез по бокусу. Масрез. Да, но только он стоял на месте, даже не дернулся. Боже. Я пробежал. Кому еще раз ты говоришь? Сдох. Можете мне заменить Mac and Kill? Почему? Спать хочу. Да пиздец, все. Нахуй в рейды ходите, тогда на? Жан, блядь, заебал. Вставай, эй, салам алейкум. Вот, ой, скажу, конечно, что... Конечно, уже плюсик поставил. Да. Витька, я говорю, людям некоторым на работу завтра вставать, кому-то в день, кому-то на сутки, все равно сидят. Вы ведь знаете, чем может кончиться рейд? Во сколько он может кончиться? Потому что надо на таких людей заметки ставить, а потом, когда они в Геру плюсовать будут, то брать их в самую последнюю очередь. Потому что тут они что-то не хотят. Брать последнюю очередь, мы тогда вообще в Геру не пойдем. Да лучше Пуга тогда взять, если такого человека, который посреди рейда там захочет ливнуть. И подставить всех остальных. Сейчас позвоню. Сейчас позвоню. Шейпер. Это у того нахуй экран прорвало, блять, у этого тоже потоп на. У Шейпера. Да что такое? У тебя под. Вообще не капну. Я тут готовлюсь к завтрашнему празднованию. В смысле, что завтра? Что? Завтра гуляет Ванина будет, но. Чё, блядь, зайду ночью, буду вам нахуй всем мозги ебать. Шейпер, рисните, а, у него потоп, ну. Блядь. У кого потоп? У Шейпера, мимоедика тоже, блядь. Что, два потопа в один рейд? Да, блядь, прикинь, вообще совпадение, не думаю. Может, они живут там на этажах рядышком?
А чё, без шейпера никак, что ли? А он написал, что он только 10 минут. Шейпер. Это не шейпер. Не бум. Ну, у меня сейчас никак не берет он, короче. Но я за замену ИПа не буду, этот, сам знаешь. Мистер Дэй, а где тут? Крава лицей, ШП. О, блядь, с любовкой, на. Дальше, мистер Дэй Беттер, где подливка? Это шейпер стол. Ход, 268 рога. На шейпер вроде тут уже. Клинит. Шейпер тебя затопило или ты можешь играть? Затопило. Да могу уже, я же вытерплю. Так он Шарпи зашел, у него вар еще есть. У него дохуя пиксов. Матч может? Да. Че, не будет рыбки? Вон сейчас будет еще пал. Шестнадцать годиков, что ты доебался, блядь. Я хочу с ним танчить, отстаньте от него, берите его в рейд. Мне надоело танчить с варами. Чем тебе вары не нравятся? Вар бить. Они какие-то темные, а паладин такие светленькие мальчики. Вар бить. Какой да, темный да, да. Бить! О, курик звонит. Губер. Лилоушик, Хости. Он спал. Будет сейчас покурит, кофе сделает и после трая придет. Ну, Костя вылетел, да? Не знаю. Константин Геннадьевич, а вы где? Ченку поставил, починить, кому надо. Да нет, он в дискорде. Иначе вылетел. Есть пушка. Чего мы ждем, кстати? Ждем тело одно. У нас ДПСа так мало, и тут еще один офнулся. Жайны падают.
кто-то зашел. А, Костя и зашел. Чего у тебя там? Сейчас зайду, свет вырубили. Из Гурчика звоню, не уснул ли он опять, он такой. Ну, я не помню, меня уже скинулось. Ребята, а что дают звание в гильдии? Нихуя. Все, Гурыч заходит. Что нужно, чтобы стать рейдером? Побыть в гильдии, ходить в рейдер. Ничего особенного. Уважение дают, не знаю, респект. Плюс кар. Ходить в рейд на Оню. Кстати, подскажите, а если квест на профа сделан, я вот только что его сделал, получается, там потом есть что-нибудь в этом, в ЦЛК еще? Как ты сделал квест на профа? Ну, я только вот убили, может быть, мне имеет дальше смысл. Дальше Дальше тебе дают квест на ЗА. А, понял. Когда убьешь ЗА, дадут проход в ГЕР. Ну, и в ЦЛК дадут в ГЕР, да. А, за это Зуламан или что это? Зуламан, да. Зуламан. Да, он тут апнул. А если я не ошибаюсь, он 40-й был когда-то? 60-й. 60-ка, угу. Так вот, это 40-й классика. Это ЗФ. Или 70-й, да, такого формата. Гурыч, ты проснулся? Нет. Да. А компьютер... Ты, я не... Погаешь, Гурыч. По тактике ничего нового, все как обычно, по бокам эти тени. Да, и на пакте сбегаться, все, да. Сбегаться. Угу. Если Гурыч лагает, то его кусайте как-то в последнюю очередь, что ли.
Я представляю, как это бесит. Ну? У меня один раз Банишок ушел к подъезду. Ну, не к подъезду, он в своем доме живет. Покурить. Чай, говорит, я покурю с пацаном. Так он через 2 дня пришел. Он говорит, чай, писюк, пусть пацаны без меня трэш почистят. А он танком был. Я говорю, да, да, давай. Угу. Через 2 дня пришел. Че, берем Артура нахуй, брей? Король Артур. На нас напали. Пришел и поставил плюс на РТ, типа. А, он уже в логове Мхтальдиридиона. В смысле, да он только что на магике был. Он был на магике, потом на гуляне, сейчас снова на магике. Просто Винс такой зашел. Что, все готовы? Я даже, блядь, сапрот выпил, что я никогда не делал, блядь. Вы чё? Лев до стеночки. Только на вторую лужу не забегай. Может, Егорскую? А. Да. Начинаем представление. Эй, Марсо. Аллилошика. Оракул, я тебя в упор не вижу. Отойди на левую сторону, пожалуйста.
Блять. Чего для тебя? Клаукс. Блять, на нем повешивается, сука, он чуть протонулся. Я шансон. Как это кусать? Добро. Дам швы. Начинаем представление. Шансон хлелучика будет кусать. Держи. Укушу Суджира. А, не, он не укус. Кей. И на маг по правой стороне. Кусаю чувана. Сука, блядь! Если раскусали... Кто укусил я... чулана, блядь? Убивает, бог. Там больше, чем 10. Багруха. Великая победа Орды. Так, я пала. Танка. Я пала, он заходит. Да, перчатки ключужные. Ожерелье бисовое упало? Ну не бисовое, оно боешка. Боешка нам отбавит. Оно боешка, но хорошее. Боешки можно выкупить в ГБ за полцены аука. Я бы советовал этот. Островную? Да. Ну, сколько? Ну, думаю. Так, так, хватай готовить, там так 5000. Меня слышно, нет? Да. Уже да, говорит, слышно. Короче, блядь, я не знаю, меня фризит, пиздец. Я говорю, да? Да я Алису ждал и рейдж ждал, но... Подожди, если ГП... Ну, вампай, на валику.
Да. Нормально. Ты полетала. Пляшка. Отплевать. Пусть что хотят делать. Пусть только жалко. Синдру сейчас, ребят. Валька потом сильно. Вальку можно мне, вонзаю? Что, можно? Вальку вонзаю можно? Дроп ушку. Так, а ты что, не в рейде, что ли? Не знаю. Желательно. Этот, воятель, Палат, что ли? Ояс, какой воятель? Может, не... Опять же, воятель гробниц ему надо. Воятель, сказать. Если упадет. Пуси пошел на рогу перезаходить. Ему нужна Валька. Давайте не будем. А ему, похоже, там и его Д не лишним будет. Сейчас, ребята, одну секундочку. Два шамана на Вальке, это что? Это босс. Нет, я... Не красные, зеленые, тут а бабочки. Зеленые бабочки. А, все, все понял. Мы собираем захилим. Захилим. Кто из нас может называться чемпионом? А еще самое главное, что вылетали все вместе. А похуй, я за 3 рейда сделаю все квесты, блядь. Бурский. Не знаю. Зайдем. Может, тут интернет? Так он лагал, да, он говорил, что меня фризит. Судя, ты что, сука, в танке, что ли? Нет, просто щит. На смене. Ебать, мы уже дожили, что опять будем это проносить.
Сейчас прибудет ее подсветление. Быстро покончить. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы света. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Шама, экзек, ты в этом, иди. По часовой летаем. Угу, принял. Пати быстрее, блядь, меня сейчас разъебут. Ура, блядь. Бабл спасает, сука. Какой феерический финал! Пусть и магнит на этого зашел, а я зашел на пауза. На урыча лаги. Пусть опять зашел на транквилити, просит пати на рогу. Чё, блядь, кулаки, кресты? Не, просто надо 25 обычку нахуй с арта убирать. Дурели, что ли? А потому что будет можно ебланить, и за это ничего не наказывается. Вот за это я и говорю, что нет штрафа за то, что не делают. Начисляй, это можно дать добро, блядь. Ты что, можно? На синдру. Хорошо. Байфхен, у него 190 кпп, блядь, тут 400. Thank you.
Ладно, шаман, ну сейчас я с вами полетаю. Не, я им ауру дам. Я, блядь, пропали сына. Тут еще и мосса летает. Я стою. Я... Право. Этот скелет справа. Особо у кого слева, заберите смос. В середине. Кикнул, отъехал, или он сам минул? Это у нас... Сори, я уже сплю. Через 5 часов на работу. Это разгром прошел несколько раз. Вот такие левы нахуй багает хилботы. Я даже больше подозбить, кроме меня. Право подавления. Не знаю, ты его затаун. Блять, вы что, на вальке вайпнитесь нахуй? Десять лямов. Геру, или Геру там, выйдите, дадите Геру. Подавление право. Разгром право тоже. Сейчас пройдите, да? Да я шаклю, не парься. Просто духовой я не достал бы. Вот. Да все. Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Значит, о, там воскрешение. Я даже после боя добросовестно летаю, собираю сферу. Ты нахидал. А нет. Уже нет. Крылов нет. Левитацию с помилию надо. Будем ждать лифт. Я на пале, блядь. Ебать, я уже тоже в говне ППР, блядь. Кто что? Шейпер, я тебе не дам, блядь. Я нажал на офспрятник.
А нахуй тебе навар, если ты ни разу не танчишь, блядь? Ты уже зашел? Да. Дед Стрёмов. Глеб, на Синдре с глыбами шаришь? Как ныкаться от бомб и как ставить их? Еще разочек. Что с бомбами делать? Ну, на Синдре... Там будут... Когда Синдра взлетает, на тебе, если красная метка, выносишь метку, там поставить тебе куда. Если ты не в метке, она будет кидать такие бомбы, сосульки. Ты должен по траектории заныкаться за глыбой, которая... Какая будет меток? Сколько она в глыбу ставить будет? Не так меня хуярит-то, блядь. Давайте лес быстрее. Дал им в каз, стан. Глеб без маны, блядь, ему маны. Получаю. Дал стан, бихер. Если ты шадра это называешь потением, то я не знаю, что для тебя нахуй вообще расслаб.
свои боли, они все корректируют. На твоем станции. Сейчас ШВ будет. По глефу ману дайте. Дальше. Дал волну. Не гагрится, не дает рывкина. Не, он излишний, чем так, и на нем останы пашут. Нормально. Короче, понятно, здесь надо варом, фотоваром спекаться. Да. А я уже не надо? Ты шо, блед? Кто будет водить, сука, мобов, блядь, ёпта? Да я не знаю, у меня комп полчаса загружается, сука. Он сам подпал, походу, блядь, и всё. И он тоже не соображает нихуя. Мы не можем работать. Я в ДД собираю, ребята, если чё. Д. Подожди, не видишь. Ладно, потом подведу. Я хотел их собрать в одну кучку. Все, сейчас бомжей дадим. Стоп, отдайте коровы. Дали вовремя, блядь. Блядь. Что ты горски пингуешь? Нет, я разбился просто, блядь. Херун. Не бегите за ним. Пета уберите, блядь. Хант. Бил. Же спал. Блин, вы к нему долго так идете, я думал, вы уже закрыли все. Я вообще, блин, удивляюсь, как мы нахуй 20 км так пошли быстро. А я нисколько не удивляюсь, ребят. Я знаю, там, блядь, моб нахуй 300к, блядь, который просто тут 400 км, там 200. У тебя-то нахуй никому не нужна, сюда, блин, половина вагона входит. Во. Вы должны с новыми сюда ходить, и вы гоните, кто не знает, вот типа этого шамана. А вы все, блядь, кто на 13.
помню. На сурке, я не знаю, может, и десятку дал, а может, меньше. Давай скинемся соленому на комп. Да лучше мне на комп, блядь. Ты на поляках, блядь, заработаешь себе. Скиньтесь мне на Глорхэм. Я себе еще один куплю, блядь. Ну, мне Глор больше нравится, чем я тебя. Ну, типа для... Возьми себе ты вторую пушку, да? Бери два метеоса, блядь. Ванечка. На ком ты сорвал? Я уже вчера в Раске, блядь, видел нахуй с жовков, блядь, танками. Какого? Забекуна. Заебека. Таких не знаю. Сука, кровопийцу вкачал нахуй, ёбнутые, блядь, существа. Самый лучший БТК там в жовках, это Мухитори, я секунду. Тут со мной спорили люди, что Волимер тут нахуй не нужен. Да, по-моему, тут почти все с Волимер строили. Потому что ДК никогда не просаживается до 35%. Да, конечно. У меня, блядь, наличие шота и толопы со мной. И будет история второго маленького подавара.